Вы же хотите петь при грамотном осмотре вашего дома. Или вы хотите слинять? К слову о том, что количество слиняющих компаний и оно многократно увеличивается. Это не только проблема магнитки, это проблема всей России. То есть на торг выставлен объект, может несколько. Ценники бывают разные. Но в некоторых случаях прописываются условия сделки, то есть предоплата. Просто не у каждого есть материал. Не у каждого. Затем, после получения оной, чувак идет и покупает всякое дерьмо. Не верите? А зачем? Есть рынок у локомотива. Посмотрите, что там продается. Типа спиленная древесина. Простите, но как человек со стажем, а он у меня есть, я вам говорю. Дерево должно сушиться. А вам предлагают распил с корня. Вчера дерево на корню, сегодня распил. О боже, до чего мы докатились? Этого делать нельзя. Я сам себе купил такое, ну был случай. И 60% после сушки стало кривым и негодным. Вот к чему я веду нашу беседу. Дерево лучше, это был монтажник. Сушилось оно не один год. То, что сейчас, я бы покупать не стал. Но швырево берет. Оно вас швыряет или государство. Некоторые валят, некоторые хотят большего, строят себе дома и в чал, на другой причал, где море теплое постоянно. Но наше сведение о фирме «Универсал», в котором чал или причал российский, которая работает и показывает лучшее качество и лучший результат. Ну почему я так говорю? Потому что я в гордом одиночестве это дело снимаю. Один, единственный. То же самое, практически мы можем говорить, что одна из фирм, которые в гордом одиночестве кроют ваши дома, это фирма «Универсал». То есть мы вам уже показывали вот те дома, да? Сейчас новый дом. Идеально все делается. Это просто качественное изготовление. Обратите внимание, сами листы. Можете посмотреть за моей спиной и сюда. Раньше листы были резаные, как с той стороны. Сегодня это цельные большие листы. То бишь, во-первых, материал немножко другой, во-вторых, качество тоже высокое. И после того, как мы видим, как это все делается, да, то есть конкретно все дело перекладывается, и в результате эта крыша может простоять, к слову о том, какого года эти дома. По-моему, этим домам скоро будет 100 лет, если честно. Ну, не сильно там много, то есть давайте еще чуть-чуть протянем лет 10, и тогда этим домам будет 100 лет. Представляете, 100 лет дома стоят, новая крыша и конкретный ремонт. Вот чем занимаются грамотные специалисты. Если вы хотите, то пункт номер один. Вот вам с кем необходимо работать. Потому что, обратите внимание, делаются дома неоднократно. Не один дом, а несколько домов. И все это специалистами фирмы «Универсал». Изумительно. Снаружи да, но зайдите вовнутрь, скажем. Сроки. Вот что нужно. Россия вам не Африка. Там тоже бывают дожди. И это время муссонов. После нет. Работай на здоровье. Здесь малость другая тема. Работать надо быстро, и вы не попадаете на ремонт квартиры. Поверьте, такие случаи бывают. И поэтому сроки. То есть при работе внутри кровли вам необходимо еще и поменять трубы. А это главный принцип. И в то же время установить грамотную и лучшую опалубку. И быстро и качественно перекрыть дом. И тут сроки. И это главное. То, что за моей спиной, естественно, все это будет переделано. Но перед тем, как все это дело переделывается, меняются вот эти вентиляционные трубы. Чтобы вы поняли, насколько все это дело красиво, я сейчас показываю тот самый замечательный кирпич. Вот, настоящий качественный кирпич. Сделанный из глины. Да, из глины все делается. А вы не помните, да? То есть раньше, если, опять же, вы не помните, я расскажу, были такие штуки, я лично сам это делал, это было в 89 году, мы делали печку. Тогда не было ни шлакоблочных кирпичей, потому что всегда нормальные печи делались из глиняных кирпичей. Шлакоблочный, он может быть хорош, но для чего он хорош? У него не та теплоизоляция, понимаете? Этот прогревается и хорошо держит. То же самое сегодня сейчас делается. Но в отличие от того, из чего там было сделано, ну, вы же должны понимать, что история не стоит на месте, да? Она не стоит на месте, и все дело меняется. Вот он, замечательный кирпич, красиво сделанный. Вот это все и делается.
и делается изумительно. После всего прочего все это дело шпаклюется, и вы видели результат. Все работает для вас. А вы не знали? Так знайте, как работает эта фирма. Я также занимаюсь строительством. Худо-бедно, но для столяра-плотника третьего класса. А именно это образование получил в школе. И вы должны понять школу коммунизма и школу номер 33. Так вот, пока лучшие работали над техническим переводом, говнюки, ну и я в том числе, осваивали рабочие профессии. Я учился на столяра. Затем, прибив километры штакетника, выкопав две 9-кубовые ямы для дивного покакивания, я построил там дом. Здесь достраиваю еще три. И самое главное, благодаря дивным поездкам за рубеж, мой английский на достаточном для реального проживания в любой англоговорящей стране уровне. Вот как-то так получилось. Так что при скулеже о некачественном советском образовании я бы сказал, чтобы вы, уроды, а таких-то стало много, не помнящих идеала, заткнитесь вы, а верьте мне. В Советском Союзе жилось правильнее, интереснее и с перспективой. А вот сегодня этого нет, и поэтому в среде воров вам необходимо найти того, кто платит работникам. И делает все в лучшем свете. А это и есть универсал. Вот как все и делается. Когда мы опустились вовнутрь, то есть сверху вниз опустились. То есть, чтобы вы поняли, да, насколько все это дело будет классически и долго служить. Я, если честно, вижу старый каркас. Вот он, старый каркас. И вижу новый каркас. Новый каркас, он, во-первых, огнебиозащитен. То бишь, я не буду ничего пытаться, но, в принципе, если огнебиозащита работает, то, в принципе, и вообще вы не сможете поджечь вот эти штучки, потому что они не работают, они не сгораются. Я это пробовал, не получается. То есть, в принципе, да, если это огнебиозащита, то я не буду говорить, что это может сгореть. Хотя, по сути, событий все сгорает. Но смысл в чем заключается? Или раньше что-то было? Даже сейчас вот просто продемонстрирую, а вы поймете. Вот такие грамотные штуки. Я на них повиснуть могу, понимаете? А что там было? Я очень сильно боюсь даже ей прикоснуться, потому что там это все разорвется прямо под моей частью. Здесь сами перекрытия, они в разы больше, чем там. Там вот такие, а здесь вот такие, понимаете? Вот это есть настоящий ремонт. Настоящий ремонт работает для вас. Поэтому, когда вы говорите, что существует фирма «Водомер», вы должны понимать, то есть я уже неоднократно показываю, как это делается. То бишь, даже дымовые трубы перестраиваются. Хотя раньше, если честно, да, в этом районе все топилось по-другому. То есть у каждого была печка. И вот эти нормальные дымовые трубы раньше не так топились, потому что не было никакого отопления. Но сегодня, сейчас это вентиляционные трубы. Они также полностью разбираются и по новой делаются. То бишь, давайте все-таки определимся, сколько такие дома могут стоять. Да, наверное, очень долго. Да, наверное, эти дома могут стоять дольше, чем Москва. Потому что в Москве же тоже все перестраивалось. А этому дому скоро будет 100 лет. И он дальше продолжит свое существование. Единственное, в чем заключается вариант, вы всегда при выборе фирмы, которая вам будет делать капремонт, думайте об этих сюжетах. Я не буду говорить о качестве, просто вы можете приехать и убедиться в оном. Я не буду говорить о сроках, хотя вы должны понять, я сам видел, как обрушаются дома в Ленинском районе. При мне на Хрущевке рухнула крыша. Вот так иногда строились дома. То, что здесь. И я так думаю, что даже при штормах и ураганах простоит. А вы не знаете, так это будет. Температура повысится на 5 или 10 градусов. Мы не сможем этому помешать. Уровень мирового океана поднимется на 17 сантиметров. И вот тогда ураганы и смерчи Америки придут и в Россию. И тогда к ремонту, прописанному в наших квитанциях, улетит страховка нашего дома. Это будет в течение 10 лет, ну максимум 20. Но то, что сделано руками универсала, качественными и на века, и мне кажется, что это простоит и бурям, и штормам. Я это видел, и вы вместе со мной. Итак, мы видим результат, а он реально хорош. Обратите внимание, левый, правый берег, везде идет работа, везде идет ремонт. То есть вы мне сейчас не втирайте, куда ваши деньги деваются. Обратите внимание на нашу страничку в YouTube.
да и вообще. То есть работа идет, люди довольны. Люди настолько сильно довольны, что это им нравится, потому что они никогда не думали, что здесь, на левом берегу, будет меняться крыша. Она меняется. И эти дома простоят очень-очень долго, потому что это крутые дома из нормального материала. А квартиры-то здесь, гость какие. То же самое и на правом берегу. То бишь, давайте все-таки объясним дивную ситуацию. Магнитогорск не строился на сегодня и на завтра. Нет, он строился на века. Пусть он будет вечный. Наш город красивый. И когда меня начинают втирать, что на левом берегу с экологией все сложности, я вам скажу, что, ребят, давайте все-таки определимся. Ради прикола. В каком направлении наши ветра дуются? То есть вот так. То есть здесь нормально. И Ленинский район, там, где его показывали, тоже нормально. То есть и мы не будем говорить, что в городе реально все настолько плохо. Поверьте мне, комбинат перестраивается. Дай бог, тут уже немножко-то осталось. Домнут, немножко эксохим притянуть. И что еще? Да и все. И тогда мы будем говорить, что состояние души в нашем городе, оно интересней. А поскольку состояние души интереснее, состояние жизни нашей тоже красивее, так будем жить в нашем замечательном Магнитогорске. И пускай все остальные радуются, что у нас есть крутые специалисты, которые делают качественный ремонт наших домов.